Тендітна жінка, яка вражає своїм розумом та багатогранним розвитком. Катерина Загоруй – акушер-гінеколог, лікар-нутриціолог, засновниця школи здорового харчування та образу життя. З дитинства вона вражала інших своєю спритністю та кмітливістю. Я была вообще очень жизнерадостным ребенком и шкодливым ребенком, очень любознательным, любопытным. Наверное, в детстве это любопытство, а потом любознательность. Ну и на фотографиях это видно, что вот такая вот у меня... Не могла усидеться на месте. Мне говорили, что я Юла, а не Катя. И вот все время откручивала что-то там этим игрушкам. Ну, в общем, такая была беспокойная немного. Я с детских времен всегда была очень активна. Мне всегда нравилось чем-то заниматься. Я занималась танцами народными, я танцевала, выступала. Потом я занималась дзюдо, потом аэробикой, потом почему-то меня принесло в тяжелую атлетику. Я занималась без тренера, но тем не менее. Приседала с большими весами, в общем, мне это все нравилось. Потом я еще бегала, у меня были хорошие способности беговые, это, наверное, все гены. Батьки юної Каті за неї обрали її майбутню професію, і вона навіть не здогадувалась, що медицина стане справою її життя. Я себе сама задавала вопрос на протяжении 3 лет обучения, первых 3 курсов, кем же я хочу быть по окончании. И когда я поняла, что вот попав в роддом, поняла, что вот рождение новой жизни, вот это такое что-то светлое, это что-то такое доброе и необычное, во всяком случае, было на тот момент однозначно. И для многих остается, да, рождение новой жизни. Вот я захотела в этом остаться. Практикуючим акушер-гінекологом героїня сюжету пропрацювала близько 10 років. Але волею випадка довелось кардинально змінити своє життя. Занялась я диетологией и углубилась в изучение влияния питания на наш организм, когда в наш дом пришло горе. Моя мама заболела онкологическим заболеванием, и я тогда начала читать много литературы. Катерина поринула у світ спецій, чим і нагадала мені чудовий фільм «Принцеса спецій». Сьогодні жінка створила процвітаючу школу здорового способу життя, проводить лекції та займається індивідуальними консультаціями. Очень много приходит девчонок, которые и интересуются, и женщин в том числе зрелого возраста, которые уже что-то знают, интересуются и пытаются вести здоровый образ жизни, и пытаются что-то изменить, и в питании то в том числе. Вот. Но проблема кроется глубже, проблема, как правило, психологическая. Поэтому я вот на сегодняшний день задумываюсь о повышении квалификации в этой области. На моє запитання, чи є щось, без чого ви просто не уявляєте свого життя, Катерина без вагань відповіла – звісно ж, без мого босіка. Власний приклад Катерини Загоруй підтверджує, що потрібно слідувати за своїм серцем, і тоді ти знайдеш своє покликання. Головне – не втрачати свій внутрішній вогонь. Тож нехай ваше життя нагадує чудовий осінній мікс – яскравий, запашний та неповторний.